Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаска, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием The Fisher Cat. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео. Хотите попасть в следующую подборочку? Не забываем ставить лайк, подписываться на канал. И, конечно же, подписываться на группу ВКонтакте. Ссылка, собственно говоря, есть в описании. Ну что, друзья, сегодня у нас с вами не аквариумная серия, как вы могли бы подумать. Но в аквариум мы все равно зайдем, чтобы получить немножко опыта. Сейчас, секунду. Как вы помните, аквариум мы с вами немножко прокачали. Я думаю, что это очень даже неплохо. Опа, сразу плюс уровень. Награда зеленый кактус. Отлично. Это нам все пригодится для того, чтобы потом я записал еще одну серию по аквариуму, если мы, конечно, с вами наберем лайков на этой серии. Сегодня же я хочу сделать немножечко другую вещь. Так, выходи из аквариума. Все, нам здесь больше делать нечего. Сегодня я хочу поиграть вот здесь, вот, дорогие друзья. Это мечта рыбака. Так, во-первых, надо сеточка закупиться сразу побольше, штучек 10. Угу. И, собственно, что я буду сегодня делать, ребят? У меня сегодня совершенно особый план. Я хочу не один раз зайти в мечту рыбака, а несколько раз. И показать вам несколько боссов, потому что мне в комментариях написали, что да, действительно, здесь так уж получается, что боссы... так, давай. Оп, хорошо. Боссы спавнятся один раз за всю мечту рыбака, поэтому если мы их ловим один раз, то по сути можно даже будет выходить и заходить уже снова в другой раз, потому что в этот раз мы уже босса никакого не найдем. Мне интересно, каких боссов мы найдем. О, вот это я вижу. Нормальный, кстати, пузырь воздуха. Рикошетим. Интересно, какого босса мы найдем в этот раз, поэтому давайте немножечко проживем здесь подольше, чтобы это все обнаружить. Это все-таки одна из моих любимых локаций, ребят, потому что здесь реально много довольно красивых и забавно выглядящих рыб, поэтому я очень люблю именно мечту рыбака, и я рад, что, ну, в принципе, могу снять для вас видосы именно по этой локации. Хорошо, нормально так плюсуемся, кстати, уже пятая волна сейчас, точнее, четвертая волна началась. Пока что никого нет, но никого и не должно быть, потому что, если я не ошибаюсь, то как раз-таки на пятой волне начинается шанс появления боссов. Так, продолжаем запуливать периодически сюда сеточки, просто чтобы немножечко бустить волну, чтобы она быстрее проходила, быстрее начинала снова. Так, вижу ловца снов, но этот ловец снов небольшой, то есть это не босс, это стандартный, по-моему, ловец снов, если я не ошибаюсь. Блин, я очень надеюсь, что я не ошибаюсь, но, по-моему, не ошибаюсь, по-моему, все правильно, по-моему, это стандарт. Так, к сожалению, маловато пузырей, если честно, смотрите, говядинка там какая-то плавает, креветочка. Маловато больших пузырей, в основном довольно маленькие, из-за этого у меня довольно быстро тратится кислород. Это, конечно, ничего страшного, по сути, потому что у нас все равно с вами есть рез, но, блин, все очень сильно зависит от того, какая будет рыба. Если она будет реально мощная, ее будет тяжело пробить, то, возможно, один рез нам особо-то и не поможет, поэтому лучше, конечно, экономить. Лучше, конечно, экономить кислород. Так, хорошо, леденец какой-то вижу. Слушайте, я реально некоторых рыб вообще даже не запомнил, а сейчас вот вижу, и прикольно смотрится, если честно. Так, догнал пузырик, все хорошо. Да, реально какой-то леденец. Смотрите, как прикольно, он еще и свернулся, когда мы его поймали. Так, у меня 24% кислорода, как зарядка на телефоне, ребят. Прям отслеживаешь, сколько процентов, чтобы все было норм, но, если честно, сейчас все вообще не норм. Седьмая волна, я до сих пор не вижу, к сожалению, босса. А что там такое было? Чё-то я не понял, почему... А во что у меня зацепилась моя сетка? Вы видели, что произошло? Я что-то вообще не понял. Блин, а почему так мало пузырей в этот раз-то, боже мой? Ребят! Ребят! Так, сейчас поближе подплывет. Поехали. Нет, ну, серьезно. Ладно, придется ждать сейчас следующий, ребят. Я вам обещал, что покажу. Не просто покажу босса, но я покажу хотя бы двоих. А я сейчас вообще еще ни одного не показал. Ладно, сейчас будет еще. Я пойду сейчас. А что мне остается? Я пойду фармить, ребят. Потому что мечта рыбака теперь появится только через неделю или две. Поэтому... Что ж, через секунду вернусь.
Так, есть, я нафармил, значит, мечту рыбака снова. Поехали. Вторая попытка, ребята. Снова покупаю побольше сеточек. Я надеюсь, что в этот раз я их смогу использовать более правильно, что ли. Потому что в этот раз, конечно, ну точнее, в предыдущий уже раз, получается, я сделал не самое, так сказать. Короче, я сделал не совсем правильно. Вот сейчас я буду делать по тем правилам, которые я сам вам озвучил в прошлом видео по мечте рыбака. Я буду делать все максимально четко, все максимально правильно. И таким образом... Так, давай, догоняй. Таким образом, мы с вами на изичах сможем получить нового босса. Я его видел, точнее, мы даже с вами его видели уже, можно сказать. Но я так и не понял, кто это до конца, если честно. Потому что я слишком сосредоточился на том, чтобы не умереть. И в итоге умер, поэтому надеюсь, что в этот раз все будет ок. Тогда надо не забывать все-таки плавать, потому что, видите, кислород кончается очень быстро. И вот мне просто повезло, что сразу несколько довольно больших пузырей появились. Так... Хорошо, сейчас тоже довольно-таки повезло, кстати. Возвращаемся к центру. Вот, еще пузырик. Норм. Рикошет. Давайте собираем еще рыбок, чтобы забустить волну. 50%. Блин, что-то очень быстро кислород от меня, отнимается в этот раз. Очень как-то быстро. Даже мне это не очень-то, если честно, нравится. 51%. А можно как-то большие, что ли, эти пузыри мне дать? Или я даже не знаю, почему все так долго-то происходит. 35%, ребят, все прям. Если бы не этот пузырь, у меня бы, наверное, скоро уже было бы вообще все не очень здорово. 37, 45 снова. Ну, мне выше 45 теперь проблематично как-то уйти по ходу дела. Очень мало хороших пузырей, ребят, очень мало. Больших я почти не вижу, в основном либо средние, либо... Ну, маленьких тоже не так уж много, но в основном это вот именно средние пузыри, к сожалению. О май гад, вот если я сейчас еще проиграю, это будет очень неприятно, ребят. Но у меня есть один рез, конечно, просто очень жаль, что только один. Обычно же в обычной игре два, и я почему-то думал, что здесь тоже два раньше, по крайней мере, было. Не знаю, ребят, не знаю, у меня уже 14% осталось. Как-то реально очень быстро отнимается кислород, прям супер быстро. Ну все, у меня сейчас... Ну блин, у меня остался один. Ну точнее, все, у меня теперь вообще уже реза нет. Боже ж ты мой, пожалуйста, игра, я хочу поймать босса. Хотя бы одного, а лучше даже и не одного, пожалуйста, пожалуйста. Как у меня в прошлый раз так долго получилось выживать? Видимо, с пузырями еще повезло. Может быть, от этого еще очень много чего зависит. Так. Нет, это не... Стоп, блин, да, это их босс, в этот раз это он. Ой, ну почему? Да, ребят, в этот раз это босс, и он бесполезен абсолютно, потому что мы его уже ловили, мы его уже видели, и этот нам босс попался снова. Он неинтересный, он уже был, ну, то есть сам по себе он прикольный достаточно, но мы его уже видели, поэтому... Ой, ладно, давайте тратим наш кислород. К сожалению, это не то. Значит, пробуем еще раз. Вот, и снова мечта рыбака. Как видите, ребят, реально не стою на месте. Пытаюсь и фармиться, и что-нибудь новое вам показывать. И давайте в этот раз я попробую использовать корги. У меня есть этот скинчик уже, плюс он довольно милый. Плюс вокруг него будут собираться рыбки. И, возможно, как-нибудь это нам даже поможет. По крайней мере, для того, чтобы набивать большее количество комбо. Как вариант. Ну что, поехали, блин, правда, я сетки не взял. Ой, блин, да, ладно, хотя пофиг. В принципе, я думаю, что и так разберемся. Если рыбки будут вокруг нас собираться, то нам сетки даже и не особо-то нужны. Видите, в чем прикол? Они все время будут подплывать. Блин, слушайте, это реально классная вещь, если так задуматься. И довольно дешевый получается у нас с вами наш корги. И при этом довольно неплохой бонус имеет так-то. Конечно, с сетками, возможно, было бы еще лучше. Но и так меня, в общем-то, вполне устраивает. Хотя, конечно, сетками было бы, наверное, намного лучше. В том плане, что я бы мог сразу довольно большой буст себе делать. Ну ничего, уже третья волна. У нас еще 60% кислорода. В принципе, пока что более-менее. Все еще попадаются довольно слабенькие, если честно, пузырьки, ребят. Ну вы сами видите, я думаю, что мне даже не надо ничего говорить. Вы посмотрите просто, какие пузыри попадаются. Где большие-то? Где большие? Они мне очень нужны сейчас. Ладно, пробуем выжить хотя бы с тем, что имеем. О, вот, вот такой мне нравится. Здорово, здорово. У нас теперь 70%, ну, опять уже почти что 60, но самое главное, что потихонечку мы приближаемся к пятой волне. А как вы понимаете, пятая волна для нас самая основная. Так, сюда вот давай, 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 53, хорошо.
Блин, ладно, мы, по идее, должны выжить, ребят. Я думаю, что мы должны, по идее, победить. Просто вопрос в том, что больше пузырей должно попадаться. Потому что, видите, я сейчас плаваю, я не вижу вообще ни одного пузыря. Вообще ни одного, офигеть! Так, давайте срочно туда попытаемся подняться. Найс. Прикольно, очень нравится, класс. Все, у нас 33% кислорода опять. Не, ребят, ну это реально ни в какие ворота не лезет. Ну что, серьезно, почему нет ни одного пузыря? Что вообще за игра такая, если я не могу себе восстановить кислород? И босса я тоже не вижу. О май гад, шестая волна уже. Ни пузырей, ни босса. Как же мне нравится в это играть. Так, 27%. О, сразу же здесь еще один есть. И на том спасибо. Так, вижу... Слушайте, может быть попадется все-таки сейчас новенький босс? 36% кислорода, очень мало. Блин, ну, я не могу туда просто нажать, понимаете, в этот уголок, потому что там надписи эти с поймать бегемошку и монеты. И из-за этого я не могу туда нажать. Ай, ну блин, ну серьезно, что ли? Мы даже босса не увидим в этот раз? Я не успокоюсь, ребята, я буду сегодня ловить до тех пор, пока мы с вами не поймаем нового босса. Я не успокоюсь, Чинаски так просто не сдается. Так, поехали, раз, о, видите, сразу огромный пузырь. А вот только зачем он мне сейчас, когда у меня кислорода еще много, я просто банально не понимаю, если честно. Ладно, будем считать, что мы начали со второй волны, типа сразу же, правда, у меня уже 88% кислорода. Вот, лучше бы он у меня под конец бы попался такой гигантский пузырь, для того, чтобы я мог себе восстановить большое количество... Вот смотрите, а сейчас вообще везде попадаются. Ну, видимо, это реально очень сильно зависит от рандома. Если у вас на рандоме, то вы можете хоть всю жизнь жить в этой мечте рыбака. Если не на рандоме, то сорян, придется вам даже босса не увидеть. Ладно, ребят, сегодня мучений у нас с вами уже много, и я думаю, что поскольку все должно быть так... О, видите, ну реально все большие пузыри попадаются. Все должно быть гармонично, поэтому я так думаю, что сейчас у нас все уже... Так, давайте я немножко потрачу сейчас кислородика, чтобы... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, берем, отлично. Все должно быть гармонично, поэтому сегодня мы вот прям вот в этот заход увидим нового босса и поймаем его, что самое главное. Так, пятая волна уже пошла. Супер, ультра хорошо. Замечательно, отлично. Теперь нам нужно единственное, что сделать, это дождаться босса. А второе, что сделать надо, это его поймать. Что из этого сложнее, кстати, еще под большим вопросом. Потому что и дождаться сложно, и поймать, я думаю, что дождаться сложнее, чем поймать, если честно. Думаю, что поймать у нас будет... Блин, главное, чтобы это не был босс, который мы уже ловили. Это будет настолько фейлово. Просто ультра фейл это будет, если честно. Так, пока что боссов я не вижу вообще, мне никто не подсвечивается новеньким, поэтому пока что все по стандарту. Так, давайте я еще закидываю сеточку, чтобы еще забустить волну. Мы уже на седьмой волне, кстати, но до сих пор я босса не наблюдаю. Так, тут два пузыря, поэтому я сюда спущусь сразу немножко. Оп, хорошо. Да, это все рыбы стандартные, то есть никто из них не является боссом, мы можем их просто ловить для того, чтобы опять же бустить себе волну. Основная проблема в том, что у меня уже, ребят, 30% кислорода, и я очень боюсь сейчас, что у нас банально с вами не... Блин, такая больше коровка милая. Банально не хватит до босса дотянуть. Я думаю, что поймать босса у нас хватит в любом случае, потому что, ну, по крайней мере, на данный момент. Потому что у нас есть еще рез, и, в общем-то... Ну все, сейчас уже. Ать! Ну блин! 26 тысяч стоит, ладно. Деньги меня вообще не волнуют. Я готов хоть 500 тысяч... Ну ладно, у меня сейчас только 200 есть. Готов 200 тысяч отдать, лишь бы мы с вами поймали босса. Так, отлично. Очень хорошо. Спасибо за большой пузырь. Сейчас я еще вот этот хочу забрать. Иди сюда. Тоже хорошо. Слушайте, а что за жесть? Почему босса-то нет уже вторую волну? Да, 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 да. Отлично. Созвездие. Созвездие, ребят, я просто его обстреливаю. Просто обстреливаю. О, боже мой. Я бы сейчас просто офигел, если бы у нас не получилось его поймать. Но мы его поймали, ребята. Рыба созвездия. Давайте на нее посмотрим. Конечно же, с удовольствием я сейчас на нее посмотрю. Фу, блин, что-то мне кажется, ребят, в прошлый раз, ну, именно в серии по мечте рыбака у нас все было намного проще.
Да, 94%, ребят, плюс 2%, значит, нам осталось еще две рыбы поймать. Походу, две рыбы босса, если не ошибаюсь. Так, давайте смотреть. Сладко снится, есть, это еще нет. Клуб ледяных странств еще нет, кошмария еще нет. Плутония, вот мы ее видели, но мы не смогли ее поймать, поняли, да? То есть, мы ее видели, главное. Но зодиакию мы поймали с вами, ребята. Зодиакия, вот она. Красивая рыбка с созвездием на тельце в бескрайнем мире снов. Она словно маяк. Когда кто-то говорит «Привет», она слегка светится. Привет, зодиакия, привет. Ну что, дорогие друзья, я, в общем-то, уже, если честно, даже более чем доволен. Поэтому я думаю, что в мечту рыбака я сегодня спускаться еще раз не буду. Все-таки одного босса за серию, думаю, будет вполне достаточно. Потому что их капец как сложно ловить. А еще, что более важно, сложнее всего дождаться мечту рыбака. Приходится долго ждать. Поэтому давайте под финалочку мы с вами попробуем побить рекорд. Вот это было бы мне тоже довольно здорово. Хотя нет, сейчас мы его не побьем, потому что у нас неподходящий день. Обычный день не совсем подходит для побития рекорда. Лучше всего... Ой, а я еще и корги взял, блин, зачем? Не, нам же не корги. Ладно, потом тогда мы с вами побьем рекорд, потому что с корги это 100% бессмысленно. Надо брать тигура. Тигур. Вот, поэтому с корги это фигня. Корги отлично подходит вот в мечте рыбака. Тогда да, он просто суперски подходит. Поэтому на сегодня мы будем с вами заканчивать, дорогие друзья. Еще есть у меня несколько вариантов, чем вас порадовать. А именно, надо прокачать гарпун Мяукету. Этим я пока еще занимаюсь. Надо будет поймать боссов в мечте рыбака. Надо будет сделать серию по аквариуму, в конце-то концов, еще одну уже более прокачанную. Поэтому обязательно ставим лайк вот-вот прямо сейчас. Конечно же, подписываемся на канал, ставим колокольчик и не забываем подписываться на группу ВКонтакте, ссылка в описании. Также вы можете еще и спонсорку оформить, тоже есть ссылка в описании. С вами же был Чинаски, увидимся уже совсем скоро в новом видео, дорогие друзья. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь.